сообщает ТАСС о заявлении НИТРФ главы, что начала Россия СВО, потому что из-за эгоизма Запада у России лопнуло терпение. Вот так вот. Да, бывает и в политике такое часто, и в быту. Только вообще-то, конечно, надо отличать ситуацию в политике и ситуацию в быту. Только на меня не действует атмосферного давления, перепады и планет на небе расположение. В деле клипов записи с напоминаниями всем пословицам. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Постоянно я на боевом посту. Да, потому что в любых условиях, в любых обстоятельствах делай, что должен, и пусть будет, что будет. Вот такие вот дела.